882 тысячи тонн местного угля будет поставлено этой зимой населению нашей страны. В эти морозные дни акционерное общество «Угольное снабжение» работает на полную мощность. Столичная область располагает Ангренским, Нуравшанским, Басталныкским угольными складами, в которые по железной дороге в течение всего сезона разгружают около 1000 вагонов твердого топлива. 400-450 тонн ежедневно доставляется населению. В Ташкентской области в осенне-зимнем сезоне запланирована заготовка 50 тысяч тонн угля. 39 тысяч тонн из них мы уже завезли. Остальной объем будет выполнен до 20 декабря текущего года. В результате резкого снижения температуры посредством подворового обхода доставляем уголь в дома граждан, включенных в железную тетрадь. Как видите, на данный момент одновременно отгружается 5 вагонов. Данный склад может ежедневно принимать 15-20 вагонов. В целях своевременного предоставления угля населению работа организована круглосуточно. Отдельное внимание уделяется качеству угля. Данный уголь имеет сертификат соответствия и достаточно хорошего качества, дает более 3000 калорий, содержит 40% влажности. На сегодняшний день цена за тонну 300 сомов. В данное время ведутся работы по предоставлению угля нуждающимся слоям населения. Таким образом, налажена бесперебойная поставка угля населению.